4 июня 2024 год. Это Павловская Часовенская лопата. Сегодня мы спускаемся от моста до Подволочья. Сегодня вроде не так уж и жарко, но все равно погода может поменяться. Ну вот, блин. Да. Ладно, вот эта отвертка есть. Прямо от моста. Попробуем. У нас тут приключения с Женькиной щукой. Сломали подсак. Задержались для ремонта. Рыбалка продолжается. Женька там не достанет. Ты тут веслами тебя подержись немножко. Да. Туда. Да. Не рви, не рви. Сегодня у меня зарядка. Ну все, подержишь, тут глина, видишь, какая? Как ты пойдешь? Андрюха, дерни, он нормально должен оторваться. Ну вставай на корягу, на гойбу. Видишь? Оторвался. Банька. Она вчера была не сильно активна. Не пошла, а пришла. Маленькая.
Придется наливать опять в жару такую, мать. Она его съела. Давай. Ну, туда. Давай-ка. Мы говорим, давай. Иди же с нами, пилигрим. Катастрофически не хватает нам. Ты кому говоришь? Жень? Ты вышел на солнце. Ух ты, ты вышел из бухты. Знаете, он сразу напоминает, как эти гномы-то, блин, в бочках катались-то, помнишь? Удирали-то, там, «Властелин колец» или что-то. Ветром на берег и накатывает. Тенистый. Хорошее место, красивое. Даже, кстати, и не видно, чтобы здесь добрые были, да? А разворачивайся, кстати. Ну, вот палкой. Yeah.
естественно, солнце ушло. Ели паштет, всем понравилось, а вот это никому не нравится. Слушайте. Ничего нет. Все, он уже не сидит. Главное, солнце такое, какое надо сейчас. Что все время надо их всех уговаривать? Парковали одного. Джонни! Да не ори, ладно. Дарью зок. Намахал-то, ну, а что? 20 пешек все. Хорошо. Это самый пашкетик. Ложечку сейчас грибанем. Оп, там прыгнул. Ящик прыгнул перед островом. И с другой стороны. Букс. Это у нас палка неправильная. Палка неправильная. Поставлена. Это может очень много. Сработ палочек, вот обычно. Да, что-то будет. Мост унесло. Там мост стоял, его нету.
Давай, Женька, там должна быть щука. Вот куда ты бросаешь, влево. Попробуем, там коллега. Здесь обычно уши закладывало. Вот, смотри, часть моста там. Ну, материал тебе, пожалуйста. Сразу же строительный лежит. Все дела. Там отмель будет, должна быть. Можно на нее остановиться или подкачаться. Песчаная. Ну что там, пароход чистый? А там очень быстро летишь. Откуда его закинуло? Ну вот его раз, который на лопате был, он тут уже года 4 или 5 как унесло. Вот тут стоял. Вот его разнесло. Подняло все-таки. Сухой был, высох. Вон материал. Зеленые вековые проволокой. Дела. Люди строили, строили. Тех людей, наверное, уже нет. Андрюха сегодня улыбается, рыбу не ловится вообще. Отвратительно. Это он так воблера наточит. Наказываю ее. А Женька у нас вон. Глушу. Проверяет лодку на плавучесть. Нормально, чего? Я вон ловлю. На живучесть, да. И вот тут ловит какой-то канавки. Мало ли, кто-нибудь выйдет, да? Покет будет, и все. Вся надежда только на Женьку. Рыба не ловится, не растет, как вас. Сейчас я ей поставлю. Да, да, да. А так, смотрите, у нас тут все. Флеш-рояль. Псыш.
чай. Чай горячий. И пустая тара. А вот мы еще доедаем паштет. Паштет индюшачий. Паштет. Колбаса, сыр, хлеб. Тоже хорошо играет. Все дела. Вроде не всегда так заедают. Да, но вообще никто не заедает. Там запивают из крана воды и все. Наивные люди. Это все плохо. Наивные люди не спят. Вот смотрите, там царь Кощей, нас два там. Убери-ка этот пакетик, а то не видно твоего богатства. Видали. Сейчас я им поставлю. Голова закружится, пока выберешь то, что надо мне. Вот так вот, сейчас жестко выберу. Выбор пал на ядовитого. Андердога. Да, посмотрите, он в очках. Миша. И рыбак в очках. Миша, будем ловить на твои примочки. Да. Сегодня ни на что не клюют. Ни на что. Разовые. Глаза мне посмотри. Вот у них примочек очень много. И я тоже хочу подарок. Ну, пожалуйста. Из Дюссельдорфа с любовью. О, ну наконец-то. Хоть какой-то достойный ловец. Слушай, как он играет, а? Да, да. Щука, ловись, Сейчас он вам покажет, дураки. Дождался кого-то. У него подсак хороший. Он вытащил кого-то. Андердожик сработал. Видишь? Хорошо. Хорошо. Все будет хорошо. Где-нибудь там закрепляйся. Зачехляйся где-нибудь. Давай же еще мешочек на сохранение. Может, никто не докажет. Это была моя самая большая. И тюрю давай. Так вот в этом. Ну, всем, чтобы это было строение такое. Ну, казали все это. После очередной щучки посидели немножко, поклевали, что осталось, что Бог послал. И дальше работаем, братья. Ну, кто скажет, что нелинги некрасиво, ляпота. Трава была. Я уколол. Приходи через час. До свидания. Что он, думаешь, не достанет? Нет, ладно. Хорошо, хорошо играет. А он сам достанет. Убери свой подсак, а то не съемка плохая. Вот, все. Что ты должен? Ты давай занимайся своей бородой. Давай. Дело хорошее. Да. Не ругаемся. Видите, босоногий мальчик вышел погулять. Ну это какая, а? Надо куда-то к бережку.
вся в ранах. Может, она болеет просто? Не, конечно, да. Трипер у нее. Поцелуй ее и положишь в этот пакетик. Буду я целовать, вдруг она больная. Трипперная. Ну, ты выздоровеешь сразу же. Она уже не первый раз на крючке. Начинается. Ну, у нее серьезно, он смотрит, дырка такая. Курение вредит для вашего здоровья. Белая черемуха душистая. Запаху добавил. Как одеколоном пахнул. Одеколон Саша. Я Андрюша. Куда капает, откуда течет? Вообще. Тихо. GoPro стоп видео. Не, зря ты так делаешь, зря. О, зря. Так а ты дай слабину-то этой самой лески-то опусти ее. В этом. В одном месте моем. Нет, ловит один. Да. Мы разливаем и. Главное, блин, лови. Дай ей по бушке чем-нибудь, а? Зачем? Дай сюда. Женька наловил щуп. Они продырявили ему лодку. Он постоянно ее подкачивает. Подкачивает. Постоянно. Спасается. Плачьте, я понял. Не от дождя, а дело от комаров. Грызут. Сладенького. Котик. Просто потик. Даже жерлица нет. Что такое? GoPro стоп видео. Так, ну вот. Мы вылезли на берег. Сейчас еще. Женя там.
Давай, сдувайтесь. Да.